В Архангельской области охотники спасли медвежонка, который попал в браконьерскую ловушку и не мог самостоятельно выбраться. Найти его помогли собаки, они учуяли зверя и привели к нему егеря, который... Одиночку он освободить зверя не смог, вызвал подмогу и поначалу хотели утихомирить медвежонка рогатиной, но решили все-таки боль ему не причинять, а освободить руками. Было малышу не больше 10 месяцев, ну почему было, есть не больше 10 месяцев, он весит около 12 килограммов. Все нормально, совместными усилиями удалось снять с его шеи петлю, которая неминуемо убила бы медвежонка. Вон он, убежал на волю. Петли – это запрещенный способ охоты. В данном случае попался медведь, здесь усматривается уголовная ответственность за такое правонарушение. Петля – это достаточно такой дешевый способ охоты, их можно установить много. Вот, так скажем, браконьер поставил и ушел. Иногда бывает, что и забыл про нее. То есть, это животное попадает, умирает. Умирает долго. Егеря обещают следить за судьбой зверя. Говорят, что недавно видели на поле медведицу с двумя малышами. Возможно, это его мать. И не исключено, что она найдет своего детеныша. Впрочем, вполне вероятно, что медвежонок сможет перезимовать уже и сам. Сейчас эти звери в Архангельской области должны залечь в спячку.